Друзья, доброе утро. Зачастую с утра у нас немного времени для завтрака, поэтому предлагаю сегодня рецепт быстрого и сытного завтрака. Приготовим с вами смузи из арбуза с черникой. Нам понадобится арбуз, мороженое черника, йогурт питьевой, без наполнительных из подсластителей, мед и зелень. Берем блендер. Сразу же подготавливаем в него мякоть арбуза. Замороженную чернику. Питьевой йогурт. И ложку меда. Мед на вкус. Добавляйте каждый, кто сколько любит. Все измельчаем в блендере, пока не взбивается. Пробьем в другом блендере овсяную муку, овсяные хлопья. Так, следующий шаг – овсяные хлопья. Для того, чтобы у нас еще были какие-то волокна. Смельчили. Всыпаем смузи. Взбиваем еще разок. Все готово. Стакан. Зелень мяты. Выливаем смузи. Посыпаем мяты. И немного еще свежих листиков сверху. Буквально одна минута, и завтрак готов. Приятного аппетита!